Это самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интересной информации из жизни известных людей. Александр Гордон счастлив в браке и необыкновенно гордится своей законной супругой. 53-летний Александр Гордон женат уже в четвертый раз, и кажется, что на этот раз он наконец обрел семейное счастье. В 2014 году он расписался с молодой студенткой в ГИКа Нозой Абдулвасиевой. Между ними 30-летняя разница в возрасте, но это не мешает быть им полноценной семьей. Недавно молодая супруга подарила Гордону второго сына. Назанин не из простой семьи, она внучка режиссера, заслуженного деятеля искусств России и Таджикистана, академика НИКИ, члена правления гильдии кинорежиссеров Российской Федерации Валерия Ахадова. А ее отец известный продюсер Абдулла Васиев. А родственники одобрили выбор девушки, ее дедушка в одном из интервью «Комсомолке» заявил: «Ну и что, а кого это сейчас волнует? И раньше так было, любви все возрасты покорны». Замуж девушка выходила уже беременной. В октябре 2014 года у пары родился первенец. Сына назвали в честь отца Александра. В январе этого года у них родился еще один мальчик Федор. Удивительная пара. Он молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда без претензий, бывавший на всех наших УЗИ и приемах за последние 3 года. Не задающий никаких вопросов, говорящий: «Ноза, ты сможешь, любимая, и я знаю все хорошо. Я пойду покурить, девочки». И она молодая, зрелая, умная, мудрая женщина, 20 лет, мать уже с последней ночи, 2 маленьких детей с удивительной жизненной позицией. Я счастлива, просто счастлива. С днем рождения нашего маленького Гордона, второго и, надеюсь, не последнего. Ура! Написала в своем инстаграме доктор Татьяна Нормантович, которая помогала появиться на свет малышу. Федор стал 4-м ребенком для Гордона. От первого брака у него уже есть взрослая 29-летняя дочь. Кроме того, подрастает 5-летняя внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. Александр Гордон всегда выбирал женщин, которые намного младше его. Его третья жена Нина Тригорина, с которой телеведущий прожил 3 года, была моложе мужа на 30 лет. Вторую жену Екатерину, которая, кстати, взяла его фамилию, знает по всей стране, ведь она собирается стать президентом России. Журналистка, певица и общественный деятель Екатерина Гордон, младше своего экс-супруга на 16 лет. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это.